Дорогие друзья, мы почти готовы начать нашу конференцию. Еще 10 минут, и мы начинаем конференцию молодежи. Подтягивается это ОМК 17. Мы ожидаем полный зал, гости из разных стран Франции, Швейцарии, России, с Украины. Так что мы ожидаем больших благословений. И это в канун Пасхи, Песовара. Песаха, и говорю, что это будет интересное место, место встречи с Богом для нашей молодежи, и пускай нас Бог благословит ввести в новый выход, в новое место отдыха, покоя, благословения и Божьей милости. Шаббат шалом, это уже почти шаббат.